повесили. Там же бомб есть. А я не пошел. Помнишь? Нет, ни о чем не говорит. Свет выключите в зале. Кстати. Да? Я купил себе лонгтейл. А что там? Опять ритма. Опять надо? Да, опять надо. Но только не... Сколько время успел съебнуть? Не, ну здесь ты хотел, чтобы он вступал уже. Сначала покупается журнал на горбушке. Ну, может. Ультра Ньюс или Пен Вестник. Ну, если да, если ты знаешь уже эти названия. Футбол рано. Ну, футбол еще рано. Вот, и получается, что тебе интересно, кто эти люди. Ты вроде бы попадаешь туда каким-то образом, в эту среду, и как-то все крутится само собой. То есть адреналина море, энергию девать некуда. И ты вот прям головой в это окунаешься. Ты еще не знаешь толком, что такое получить пизды. Как я боялся и дрожал, как я был тогда.